Молочные продукты могут резко подняться в цене, так считают некоторые эксперты рынка. По их словам, среди причин возможны ограничения импорта из Беларуси, удорожание пальмового масла, а также массовые болезни скота в регионах, из-за которых Россельхознадзор ограничил поставки сырья. Регионы Беларуси, опять же. Однако в самом ведомстве, напротив, говорят о возможном снижении цен и подчеркивают, производство будет происходить в более безопасных условиях, поэтому чего точно стоит ждать, так это роста качества готовой продукции. То есть и подешевеет, и еще и лучше станет. Между тем, россияне стали реже покупать молоко. В прошлом году спрос упал на 3%. Как подчеркивают в Национальном союзе производителей, сейчас один человек съедает около 240 килограммов молочной продукции в год. Ну, то есть съедает и выпивает, так скажем. А медицинская норма – 330 килограммов на душу населения.